Когда и при каких условиях правительство может возобновить процесс повышения пенсионного возраста женщин? Такой вопрос сегодня задали сенаторы министру труда и соцзащиты. Тамара Дюсенова заявила, что все будет зависеть от средней продолжительности жизни в стране. Напомню, в конце прошлого года выход на пенсию для женщин заморозили на уровне 61 года. Это сделали по поручению главы государства. Отмечу, что мораторий действует ровно 5 лет. Пандемия оказала негативное влияние на здоровье наших граждан. Продолжительность жизни казахстанцев уменьшилась, поэтому мы решили заморозить выход на пенсию для женщин на уровне 61 года. В ближайшие 5 лет мы сделаем все возможное, чтобы улучшить здоровье нашего населения. И тогда уже вновь вернемся к вопросу о повышении пенсионного возраста для женщин. Сообщается, что за пандемийный год средняя продолжительность жизни женщин сократилась сразу на 1,5 года. По словам Тамары Дюсеновой, если через 5 лет этот показатель улучшится, тогда и работать их обяжут на несколько лет больше. А вот если ситуация не изменится или, напротив, станет значительно хуже, то пересматривать пенсионный возраст женщин, возможно, и не будут. Сама министр труда и соцзащиты уже через 3 года вправе будет выйти на заслуженный отдых. Однако вступит ли она в ряды пенсионеров, Дюсенова еще не решила. Если, значит, мой опыт нужен будет, я бы, значит, продолжила бы работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я буду тоже находиться на пенсии и буду получать пенсионный выплат.